Так, привет. Получил еще одну посылочку. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь, по идее, должна быть кепка для жены. Заказывали. Кепочка стоит в районе 5 баксов, кажется. Или меньше, по-моему, не помню. То ли 4, что такое. Но ссылку в описании к видео положу. Заказывали мы ее на Алиэкспресс. Посмотрим, что тут. Кепочка. Так как кофе разрывается. Отрежем. Посмотрим. Так, вот такая вот у нас кепочка. Чуть-чуть помятая, конечно. О, большая, однако. Не знаю, как жена ее будет носить, но что-то размерчик, мне кажется, великоват. Хотя, в принципе, что сказать. А, ну, пойдет, в принципе, на ее голову. Она просто кажется большой такой, в принципе, она такая должна быть. Так, так. Made in China, 100% потом. Козырек гнется. Пошив вроде неплохой. Материал тоже нормальный. На джинс похож. Вот такая вот у нас кепочка. Ссылочку я к видео положу, чтобы вы смотрели, или если что, заказали себе это дело. Вот такая вот кепочка.